Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 91, упражнение номер 15. После того, как из вазы взяли 6 груш, в вазе осталось еще 8 груш. Сколько груш было в вазе сначала? Состав реши две задачи, обратные данные. Из условия задачи нам известно, что взяли 6 груш, а осталось 8 груш. Нужно узнать, сколько груш было в вазе сначала. Чтобы это сделать, нужно к тем грушам, которые остались, прибавить те груши, которые взяли. 6 плюс 8 равно 14. 14 груш было в вазе сначала. Записываем ответ. 2 точки. 14 груш. Точка. Теперь составим и решим задачи обратные данные. Первая задача будет такой. В вазе было 14 груш. После того, как из нее взяли несколько груш, в ней осталось 8 груш. Сколько груш взяли? Было 14, осталось 8. Чтобы узнать, сколько взяли, нужно из 14 вычесть 8. Получится 6. 6 груш. Ответ, две точки. 6 груш взяли. Вторую задачу составляем. В вазе было 14 груш, из нее взяли 6 груш. Сколько груш осталось? Было 14, взяли 6. Чтобы узнать, сколько осталось, нужно из 14 вычесть 6. Это получится 8. 8 груш осталось. Записываем ответ. Две точки. 8 груш. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.